Пора в президентском театре открывать цветочный магазин. Спасибо всем, кто пришел, я надеюсь, что мы увидимся с вами. Увидимся с вами на спектакле Московского женского театра. Это называется «Он решил не отмечать день рождения». Ну, как-то так вот сделать так, чтобы действительно все прошло очень тихо. Особенно потому, как реагируют зрители, это очень тихо прошло. Увидимся с вами. До новых встреч. Спасибо.